Це прямий ефір, це програма «Важливо про». Хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете впродовж години телефонувати нам у студію за телефоном 0850 13 66, дзвінки безкоштовні. Світлана Арефнія – кандидат психологічних наук, сімейний психотерапевт, доцент кафедри психології. Пані Світлана, моє вітання. Ми вже третій місяць живемо з вірусом, з цією думкою взагалі. Як новини про пандемію можуть впливати взагалі на психічне здоров'я людини? Давайте начнемо з самого начала, що взагалі новость о том, що відбувається з самого начала, визвала огромне кількість паніки, яка відражалась на психічному здоров'ї людей. І воно мало кілька стадій, перетекающих из одну в следующую. И, конечно же, сейчас восприятие новостей меняется в связи с проживанием стадий. Если говорить про вот эти стадии проживания, да, то есть 5 стадий проживания горя, так называемое, или потери. И как раз получается так, что все мы потеряли настоящую нашу реальную жизнь. То есть прошлой жизни уже нету, и нам нужно было адаптироваться к жизни настоящей. И первая реакция, первая стадия – это шок, когда мы встретились, именно в этой стадии происходит паника. Потом идет отрицание, этого не может быть, я с этим не согласен. Следующая стадия – идет злость. Злость, агрессия, как же так, меня закрыли, да, вот мы очутились в карантине, эта агрессия стала расти. И, собственно говоря, если говорить про проживание именно адаптации, очень многие застряли вот в этой третьей стадии, где мы злимся, что нашей прошлой жизни уже нету. А как новую строить, нас еще не научили, да мы и сами не знаем. Затем после агрессии и злости идет депрессия и апатия. Многие говорили, что мне ничего не хочется, у меня опускаются руки. Я устал от этого нахождения в этой неизвестности. Потому что последняя стадия – это стадия принятия, когда я уже принимаю и начинаю смотреть в будущее. Но, к сожалению, у нас не завершился этот цикл. И поэтому кто-то завис на злости, агрессии, кто-то в апатии, депрессии, да, но полного принятия не произошло. А уже нужно виходити з цієї стадії. Я чомусь думала, що всі таки сприйняли. Адже дивіться, у березні всі там ходили в масках, так всі боялися, 86% боялися хвороби. У травні ще навіть не сказали про те, що адаптований карантин, вже познімали маски, вже люди просто, надоїло сидіти вдома. І це сопротивлення було, нежели прийняття. Да? Тому що я устав знаходитися в цій ізоляції, я хочу повернути собі прошлу життя, я її повернути не можу, але я буду робити все максимально для того, щоб хотя бы создать иллюзию того, что все закончилось уже, ждать невозможно, и я уже нахожусь в нормальной жизни. Добре, а дивіться, ви кажете, що прийняли, так? Ми це прийняли, коронавірус, ми сидимо вдома. Ми адаптувалися до цього. А чи важко буде адаптуватися до нового життя, до виходу? Як виходити? В том-то і діло, що якщо б до кінця, ну да, у кого, вряд ли ця стадія прожилась до кінця, но все-таки, коли ми приймаємо повністю, і цей цикл закінчується адаптації, у мене немає проблем смотреть в будущее и начинать строить планы. К сожалению, у большинства, и мои клиенты с этим обращаются в том числе, вот этого вот строения будущего, планов на будущее, оно очень размытое. И сейчас, выходя из, как говорится, из одной стадии адаптации, во вторую мы попадаем, нам нужно снова адаптироваться к новой жизни. И уж очень многие держатся за старую жизнь, да, все будет так, как обычно. Мы вернемся к тому, что было, но так не будет. А чему так не будет? Потому что уже изменилось, мы уже имеем факт этой изоляции, это как-то на нас повлияло. У кого-то это повлияло на личностные какие-то характеристики, у кого-то это на взаимоотношения с теми же семьями, очень же много конфликтов возникало. Кто-то потерял работу, идентификация профессиональная нарушена была. Поэтому выйти просто так, как я был такой же, как до изоляции, да, нет этого человека. Уже человек с этим опытом, с проживанием этого опыта, и с какими-то переживаниями, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Именно поэтому стадия сейчас адаптации к новой жизни, к выходу из карантина, тоже будет иметь, ну, свои сложности. Кто я сейчас после карантина, да, ну, вот во всех ролях, в профессиональной деятельности, в связи с тем, что у многих был перерыв, кто-то потерял работу, у кого-то какие-то сложности будут, в отпуске был и так далее. Кто я как в профессиональной деятельности, кто я как муж, там, как жена. А цікаво, кому важче адаптуватися, літнім людям взагалі, жінкам чи чоловікам?
Ну, я вам скажу, такая статистика, которую я наблюдаю, пожилые люди адаптируются лучше всего, потому что у них огромный опыт проживания разных кризисных ситуаций в своей жизни. Поэтому они умеют адаптироваться, быстро переключаться. И вы, может быть, многие слышали, когда прям целые просьбы были к пожилым людям, соблюдайте, они говорят, да мы прожили войну, голод и так далее. Что мы не втрачати вже? Проживем, я піду без маски, это мне ничего не страшно. Это как раз говорит вот этой адаптивности в том, что они это прожили уже много раз. Для женщин, женщины эмоциональные существа, но они выплескивают свои эмоции чаще, да, они делятся этими эмоциями, даже там, где не очень нужно, вот, это как-то влияет на отношения. Но все же они имеют доступ к своим эмоциональным состояниям. Мужчины же, во-первых, у них ответственность чаще всего в нашей стране, да, на мужчинах лежит ответственность по поводу материального обеспечения, защиты, да, вот этой вот витальной потребности, для того, чтобы защитить, чтобы никого ничто не коснулось. И на них, конечно же, и плюс эмоционально, они не очень, ну, разные мужчины бывают, но чаще всего, да, они больше скрывают свои эмоции. То есть они их проживают внутри себя. Как нас учили, я мужчина, нельзя злиться, мужчины не плачут, мужчины не жалуются, не ноют. Выхование радянского часа. И так далее. И тогда, исходя из этого, можно предполагать, что мужчинам, конечно, ну, потяжелее. Вы згадали, до речі, конфлікти сімейні. Невже, це ж за статистикою в Китаї, там шалене було розлучення. Невже нас торкнулося це? Так. Тобто ми почали знайомитись з чоловіками, з дружинами? Да, но я вот много об этом и пишу, и говорю, что на самом деле немножко есть, конечно, преувеличение того, что изоляция прям катастрофически повлияла на отношения, и у нас там повысилось количество разводов. Я переконана, взагалі, може, не було там поваги спочатку? Вот, и я точно так же говорю, як кажуть, де тонко, там і рветься, да? То есть так. Там, где были спрятанные конфликты, завуалированные, проигнорированные, вот именно там они стали просто явными, выпуклыми. Так, может, это насправді и добре? С одной стороны, да. Ну, потому что люди столкнулись с тем, что им приходится теперь уже скрыть под коврик, невозможно замести, да, им приходится решать этот вопрос. Но в связи с тем, что была изоляция, например, обратиться к специалисту сложно было, да, или это онлайн-консультация должна была быть, люди еще были к этому не очень готовы. Из-за этого начались вот эти конфликты и непонимания. Но многие, кто хотел решить этот конфликт, все-таки отношения были важны, обращались к специалистам, и просто, ну, даже я очень многим парам объясняла, какие есть правила для того, чтобы конфликт, по крайней мере, снизить. Да? Сейчас там, возможно, в изоляцию прям решить его невозможно. Но вы можете обратить внимание. Но есть взагалі якісь основні поради людям, которые от знаходяться 24 години на добу, а вони не готові бачити один одного. Да. Очень важно для каждого из нас, и это формируется еще с детства, все-таки психологические и физические границы. Тогда, когда у меня есть время, да, у меня есть место, где я могу побыть в изоляции. Потому что на самом деле произошло насилие близостью. Да? То есть это выглядит вообще на самом деле как насилие. Меня заставили находиться с этим человеком, даже любимым, дорогим мне, заставили находиться с ним рядом, очень близко. Где играют... Вот взаимодействие с миром у нас происходит через три так называемые репрезентативные системы. Визуальная, аудиальная и кинестетическая. И нагрузка на эти системы, да, я все время вижу, слышу и еще и ощущаю рядом с собой. Она вот и дала этот нервозность, злость, депрессивные состояния и так далее. Поэтому очень важно для семей, которые, возможно, будет еще вторая волна, это будет полезным вообще в любой ситуации изоляции. Важно договариваться про то, что у меня есть свое какое-то время, где я могу побыть одна или один. И даже если у вас территориально не очень позволяет там площадь, найти этот маленький кусочек, уголочек, где я могу спокойно посидеть, может быть, даже ничего не делать. Не обязательно там читать, что-то полезное делать, да, а просто посмотреть в окно, в потолок, помолчать, да, то есть подпитаться хоть чуть-чуть ресурсом. Потому что на самом деле постоянный контакт, он очень сильно истощает. Да, поэтому вот это вот границы психологические, физические, вот это прям самое главное, что
что может быть. Но для этого нужно уметь договариваться. Не агрессивным способом, да, уйди отсюда и так далее, а находить форму, где вы можете друг другу объяснить. Мне важно, говоря через свои собственные чувства, мне важно побыть одной или одному. Не потому, что ты мне не нужна или надоела, не потому, что я тебя там как-то там еще ненавижу или что-то еще, а потому что мне важно побыть, немножко выдохнуть. Да, вот хотя бы это пространство, где я могу выдохнуть, потому что мы все время как будто на вдохе жили в этой изоляции. Дуже важко. Дитячі садочки також були зачинені. Як взагалі карантин вплинув на дітей? Чи вони навпаки задоволені? Що вони не ходять постійно з мама поруч, тато? Ну, батьки ж втомилися від дітей. Це да, насправді. Ну, это очень, опять же, это очень индивидуально в плане у детей, как это складывалось. Большинство детей, конечно же, дети более адаптивные. Они больше, быстрее подстраиваются, у них нет ригидности проживания жизни. У нас же есть опыт, который мы жили прям в чем-то одном, да, в какой-то стабильности, и вдруг изменилось. А у детей это же детство, они меняются одно, второе, третье. Поэтому для детей это, конечно, было более легче это проходило. Но, опять же, это очень индивидуально. Отношения между родителями и детьми. Опять же, очень важно вот эту границу соблюдать. Что для этого нужно делать? И важно было делать. Сделать план или расписание для детей и себя в соответствии с графиком детей. То есть что такое план? Это график дня. Утром ты встаешь, ты договариваешься с ребенком. Ну да, мы говорим, конечно, еще о возрасте таком, например, там 8, 9, 10 лет, да, и до подросткового, то есть там три категории, да, и совсем малыши, там предподростковый возраст и сам подростковый. Для каждого будут свои рекомендации. Но если брать, в частности, там, например, 7-12 лет, то важно было, конечно, составить этот график расписания дня для того, чтобы ребенок понимал, что и когда он может сделать. Включить туда игры на компьютере, включить туда социальное общение с друзьями, потому что это было очень важным для детей. И если это упускалось, например, родители говорили, нельзя играть, там, отдай сюда игру, выключи компьютер, хватит болтать с друзьями. Сядь и молчи. Вот, да, это было травматично для детей, потому что для детей самое важное, в принципе, для любого человека, это общение с социумом. И поэтому, если этот график создавать, где ты можешь и поучиться, да, онлайн тоже были сложности, и поучиться онлайн, и побыть с друзьями, и поиграть, и поубирать, да, вот договор, чтобы покрывать все вот эти вот сферы, то, в принципе, в моем даже случае, я как мама 11-летнего ребенка, это все работало. И все клиенты, которым я рекомендовала таким же способом поступать, у них все это снижало, ну, по крайней мере, агрессивность, да, вот это вот переживание, пересечение постоянное с детьми, оно снижалось, потому что мы могли договориться. Кто-то работает, кто-то отдыхает, кто-то учится. И вот расставление каждому свое место, да, как на шахматной доске, оно, конечно, улучшало отношения в семье. Ну, втомив всех. Я дивлюся, втомив всех. Від малеч до літніх людей. Ну, опять же. А от цікаво, чи інші проблеми відійшли на другий план наразі? Опять же, то, ну, в большинстве случаев это очень индивидуально, потому что я слышу от многих, что многие отдохнули. Они не устали, они отдохнули, потому что мы устаем чаще всего от того, что мы что-то удерживаем. Если я буду удерживать свою злость, удерживать свое негативное отношение, свои обиды, свои переживания, конечно, я от этого устану. Плюс еще ко всему я должна включаться в процессы мамы роли, жены роли, там, да, еще и профессионального кухаря. Да, профессиональной деятельностью, параллельно, если это возможно, онлайн заниматься. И, конечно же, я от этого буду уставать. Именно поэтому нужно находить параллельно с этим, где вы берете ресурс, ну, где вы подпитываетесь этой энергией. Если этого не происходит, конечно, вы будете истощаться и уставать. Кто научился это делать, например, параллельно заниматься чему-то новому, кто-то читал, кто-то там учил какие-то языки, кто-то физкультурой занимался и так далее. В общем, каждый покрывал свои потребности. Можливостей было дуже багато, было бажання. Да. Но было интересно наблюдать за тем, кто, как говорится, кто не читал до этого, в принципе, на карантине он тоже не читал. Ну, то есть каждый удовлетворял ту потребность, которая была не удовлетворена в связи с тем, что не было достаточное количество времени, например.
Здесь это время появилось. И если правильно его распределили, тогда у всех все получалось. Если его не распределять, время вообще, тогда вы будете его тратить ни на что и будете от этого тоже уставать, потому что ресурса взаимообмена не получается с миром. Нам нужно что-то брать и что-то отдавать. Пані Світлана, мені цікаво таке. Дивіться, під час коронавірусу так, ну, весь світ, всі, все телебачення, газети, там, шпальти скрізь, була новина лише, ну, практично про коронавірус. Чому ми, люди, завжди зосереджуємось на цьому, на поганому? Это индивидуальная особенность, может быть, ну, в связи с тем, что, например, ну, мы знаем, что это погано, так, что это страшно. Чому мы все одно читаем, продолжаем читать, дивимося цю статистику, навіщо? Но это не у всех было. С другой стороны, человеку свойственно себя пугать. Ну вот когда называется избирательная восприимчивость, когда что-то происходит, с одной стороны, это возбуждает интерес, да, а что же там такое? И это уже энергия интереса, которая мотивирует тебя к жизни. С другой стороны, когда ты смотришь эти ужасы, начинаешь себя еще больше накручивать, еще больше пугать, и на этом фоне может что появиться? С одной стороны, может появиться мотивация к жизни, то есть я буду тогда ценить то, что у меня находится здесь, и это будет хороший, да, результат, а можно наоборот себя загонять в депрессию, жизнь закончилась, все, мне больше ничего в этой жизни не светит, в общем, жизнь остановилась. И в этом вот у таких людей и была депрессия, у таких людей была потеря смысла жизни, потеря смысла вообще существование, и ценности все менялись, ценности обесценивались. Те ценности, которые раньше меня радовали, они стали неценны. И вот в этом была большая проблема. Поэтому в такой сложный момент, я даже писала об этом книгу о жизненных ценностях, очень важно опираться, прям прописывать, что для вас дорого, что вас поддерживает, что вас мотивирует к жизни из того, что сейчас доступно, и на это опираться. Тогда это возможно не впадать вот в это такое депрессивное, паническое состояние. Пані Світлана, ви взагалі як спеціаліст, ви вважаєте, ми ну, якщо це так можна сказати, ми достойно вийдемо взагалі з цієї кризи, з пандемії? К сожалению, ми депресована нація. Нація? Боже упаси. Нет, ви що? Конечно, нет. Мы абсолютно энтузиасты и оптимисты. Абсолютные. Наша нация – это оптимистическая нация. Поэтому, если говорить именно о особенностях нашей нации, то, конечно, мы настроены всегда, как бы плохо ни было, все равно мы смотрим и ищем позитив. Поэтому с этой точки зрения я уверена, что мы выйдем из этого. С другой стороны, что это, к сожалению, еще не исследовалось. Мы все попали первый раз в эту ситуацию. Конечно, многие вещи предполагаемы, да, но если опираться на психологические все-таки аспекты, которые естественные, ясны, это как математика, наука. Вот. Поэтому если опираться на них, то можно предполагать, что делать. Да, опираться на когнитивную часть. То есть я должна понимать, что происходит, что я хочу, что я могу сделать, да, включать вот эту рассудительность, да. Вторая эмоциональная часть, да, если я поддаюсь эмоциям, и меня разносят в разные стороны, то, конечно же, я буду попадать и в панику, и искать все негативное, и звонить всем, говорить, о боже, все пропало, и жизнь прошла мимо, а я еще не вышла замуж. Но люди чомусь так розділилися, так? Хтось дуже впав в паніку, читаєш там Facebook, то, ну, жахіття. А хтось навпаки не вірив, сміявся. Потому что это зависит от фундаментальных вещей, которые, вот правда, это от этих ценностей. Если для меня ценна жизнь, если мне интересна жизнь, если мне ценны друзья, близкие, я их люблю, уважаю, на них могу опираться, а не отказываться от их помощи, то тогда я буду в этом месте, ну да, искать вот эти вот кирпичики, фундаменты, опираться на них и буду стоять на них крепко. Если, конечно же, я все обесцениваю, если я, ну еще здесь зависит, конечно, от личностных характеристик, да, от нервной системы, строения. Ну, то есть, вот много всего. Но если я впечатлительная, если я на все включаюсь, то, конечно же, я буду искать подтверждение своей паники. И это будет еще больше меня разбалансировать, еще больше вгонять в панику и доводить, можно сказать, прямо до отчаяния. Пані Світлана, дуже дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. Ви ще фізіогноміст. На жаль, у нас це прямий ефір, час впливає, то ми запрошуємо вас ще раз до нашого ефіру. І ви розкажете, що це таке за направлення і взагалі, ну, цікаво просто дізнатися. Задоволення. Дякую. Дякую. Нагадую, що гостем нашого ефіру був психолог, фізіогноміст, це Світлана Арефнія. Наш ефір триває, зустрінемось за мить.